Доступная и качественная помощь для детей с ограниченными возможностями предоставляется именно здесь, в Центре реабилитации детей и подростков Ленинска-Кузнецкого. Представители социальной сферы из разных регионов России познакомились с системой работы по организации комплексной реабилитации и реабилитации детей-инвалидов, реализуемыми программами и методическими разработками специалистов Центра. Очень приятно было, конечно, знать, что участниками форума стал город Ленинск-Кузнецкий, в частности, наш реабилитационный центр. Ну, что у нас есть большая история, в следующем году нам исполнится 25 лет, есть наработки, более 40 программ мы уже разработали, активно участвуем в проектной деятельности, поэтому, конечно, нам есть чем похвастаться, есть чем поделиться, но всегда есть чему научиться. Практическая часть форума прошла на свежем воздухе. На территории прогулочного участка центра состоялась спартакиада для детей и подростков с ограниченными возможностями. Далее обмен опытом специалистов социальной сферы продолжился на базе 18-й гимназии. Слова благодарности в ваш адрес за то, что вы нашли в рабочем графике, плотном этом трехдневном рабочем графике, возможность посетить наш город, ознакомиться с работой наших учреждений. Ну и в целом, конечно, мы сами рады, что, несмотря на значимость вот этой всероссийской конференции, наш город был выбран в числе немногих, которым удостоилась честь принять такую делегацию. У вас у самих большой опыт ведения всей этой работы, но тем не менее я уверен, что и нам тоже есть что показать. Специалисты Ленинска-Кузнецкого участникам форума рассказали о спортивных достижениях воспитанников реабилитационного центра и о применении новейших методик лечебной и адаптивной физкультуры. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.